Добрый день. В прямом эфире программа «Тема дня», в студии Роман Быков. Сегодня поговорим о таком предмете, о таком явлении, как брачный договор. Явление для России до сих пор диковинка. Хотя, казалось бы, мы давно уже живем в капиталистическом обществе, а эта вещь пришла к нам оттуда, из-за кордона. Но до сих пор многие на это смотрят, что это не наше, нам это не надо. Что же за такое святотатство? Ты вроде только что кольцо надел, клялся верной любви человеку, а уже начинаешь обсуждать, типа так, если что, вот телевизор мне, а тебе холодильник и так далее. Но, тем не менее, жизнь такова, что все чаще люди понимают, что, а может быть, стоило такую вещь заключить, потому что, к сожалению, институт брака не только в России, собственно, по всему миру, но будем за нашу страну говорить, умирает, деградирует, как угодно, просто по статистике. Вот статистика сейчас распадаются 65% брака, где-то говорят 50%, то есть много. Для сравнения, в 50-х годах распадалось только 0,5% брака, разводились люди. А сейчас все больше и больше, и, соответственно, все чаще и чаще перед людьми встает вопрос, так, а кому тот самый холодильник, так, кому тот самый телевизор, это минимум. А если человек какой-нибудь Абрамович, то тем более. И об этом мы сегодня поговорим с гостями нашей студии. Хочу представить, это Ирина Зубкова, юрист, постоянный участник нашей программы. И тоже еще один постоянный участник нашей программы, Юрий Рыльский, наш известный тверской психолог. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам большое, что нашли время принять участие в эфире. А вы, дорогие телезрители, тоже принимайте участие в эфире. Звоните по телефону 300-190-390 и высказывайте ваши отношения. А может быть, даже хотите задать вопрос вот психологу, проконсультироваться, юристу. Это профессиональные люди, я не сомневаюсь, что они смогут вам ответить, может даже экстренно в эфире чем-то и помочь даже, или дать совет. Поэтому 300-190, мы говорим сегодня о том, надо или не надо заключать брачный договор, вообще что это такое, кому это вообще стоит делать. Господа, вообще, ну, Ирина, наверное, к вам как к юристу вообще, а что такое брачный договор? Ну, самое простое понимание – это договор, то есть взаимное согласие двух сторон. А об урегулировании именно имущественных отношений между собой. Изменение, скажем так, того режима, который установлен государством. То есть государство сказало так, что все, что в браке вы приобрели, все пополам. Соответственно, договор позволяет изменить этот режим, установить другие доли, другой порядок пользования, либо, например, вообще определить имущество в объекте, что каждому. Потому что любой объект, он делится пополам между супругами, по одной и второй. Это на самом деле даже неудобно при разводе, прекращении, да, один дом пополам, квартира пополам, машина пополам. И ты в любом случае выходишь либо на денежную компенсацию, либо там на дополнительные сделки, да, мены. Себе холодильник, да. А мне за телевизор. Вот, соответственно, режим договора позволяет определить, что, например, квартира одному, или там, если объект записан на фамилию одного супруга, это его. Если объект покупается на фамилию другого супруга, это будет и принадлежать лично ему. Соответственно, при приобретении имущества каждый из них уже понимает, что если мы покупаем на фамилию жены имущество, то это по брачному будет ее. И, соответственно, уже сразу в этом моменте у них не будет спора, не будет вот этого судебного раздела, что я хочу, именно я буду жить в этом доме или я буду жить в этом доме. То есть это очень часто происходит, и судебный спор длится около года с оценками, с компенсацией. Ну, это позволяет само по себе исключить некоторые дополнительные последующие траты и, например, договориться в тот момент, пока люди с друг другом разговаривают. Потому что когда люди разводятся, они вообще уже не все разговаривают. Чаще уже они начинают делать назло из принципа и вопреки. Поэтому здесь, в момент, когда люди в новом браке, совместно используют деньги, они в этот момент более, скажем так, лояльные, у них отношения между друг другом партнерские в том числе, и они могут уже не ради какой-то там, да, принципиальной позиции, а уже установить, и когда после развода понимать, что у них нет спора, они расстаются в этом случае намного проще. Ирина, ну вот это, я, как я сказал в начале эфира, пошло к нам с Запада. А на Западе вообще когда появились брачные договоры? Ну, исторически, нас, скажем, по годам я не помню, но там изначально... Века, я понимаю, что точно год сложно. Там изначально это
скажем так, Америка, мне кажется, самая прогрессивная в этой части. У них там брачным договором регулируется все. У нас только имущественная часть, а у них там и личностные, и взаимоотношения, там, и вплоть до указания измены, которая является основанием для расторжения. У них маленько просто другое право, соответственно, это изначально прижилось, изначально как бы мы взяли оттуда, да, вот эту вот основу, но мы взяли ее в усеченном варианте, только имущественное. А, то есть причина не оговаривается, как мы видим в американском фильме, когда если я тебя улечу в измене, мне половина. У нас нету. У нас такого нет. Во-первых, у нас нет в семейном кодексе понятия не закреплено, что такое измена. Это бытовое понятие. Хороший кодекс, смотрите. А это не измена была, да? У нас нет доказательной базы. То есть вы как юрист всегда можете этого мужа или эту жену оправдать в суде, потому что докажете, а это была не измена. Да дело даже не в том, это что доказывать. У нас это не определено, что такое измена, и у нас как таковой нигде не закреплено, что этого делать как бы нельзя. Это маленько к класс, я вот этого не знал. Православному направлению, да, это как бы не совсем, это в законе не описано, это то, скажем так, социальная часть бытия, которая пришла уже из православия, да, из нашего, что не изменяй супругу, не убей и так далее. Но это не вошло в законодательную часть. То есть, соответственно, у нас нельзя прописать, что если мне супруг изменит, и я там покажу фотографию, то имущество все мое. Поэтому это будет ничтожно. Фирич, дорогие телезрители, вы слышали? Это то есть все как у Гайдая. Я что, не могу коллеге зайти чай попить? И юрист, да, Ирина может сказать, у них же стоял чай. На столе стоял. Не важно, что они помимо чем еще этого занимались. Это Фирич. Нет, у нас измена, оказывается. Просто вы удивили меня, я думаю, многих телезрителей, оказывается, что у нас всегда вот это можно как-то доказать. Вот такой, дорогие телезрители, профессиональный юрист сможет всегда обосновать, что вовсе ничего такого не было. А у нас, между тем, первый телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав, город Тверь. Просто не мог обойти мимо такую тему замечательную. Поэтому прям есть что сказать, потому что у меня не один брат был, и достаточно очень обширный круг и друзей, и знакомых, и в разных регионах, и по роду своей деятельности путешествовал много, ну и, соответственно, очень сильно вдавался и в философию, и плюс сам я юрист, поэтому прям вот эта тема сейчас на самом деле очень остро стоит, и молодцы, что вы ее поднимаете. Вот, если хотите, сразу выражу прям основное мнение, да. Постараюсь как можно слушать это делать, но смысл такой, мы развивались по одному пути, я имею в виду сейчас про наше общество, да, там это был и дореволюционное время, и советский период, это было в первую очередь как, то есть, патриархат, где мужчина глава семьи, и в связи с этим вот это право как таковое разделять 50 на 50, оно в первую очередь связано именно с этим патриархатом. То есть почему женщина должна каким-то образом страдать от того, что ее мужчина вдруг там где-то как-то изменился и ей изменил. Не в смысле там в постели, а вообще в принципе по жизни. И вот таким вот образом, да, защищался институт семьи и в первую очередь, естественно, даже не женщины как таковой, а именно детей. Ну, то есть таким образом защищалась мать со своими потенциальными детьми. Одним ребенком, несколькими детьми. То есть в первую очередь эта часть защищалась. Но вот вы правильно заметили, что почему институт брака сейчас так изменяется? В первую очередь, на мой, конечно, субъективный взгляд, это из-за вот этой вот повсеместной эмансипации. Да, там, когда у нас женщины стали, по сути, завоевывать мужские места и мужественность как таковую. И получается, что когда женщина, вот у меня сейчас, да, там, по сути, третий брак, и у меня моя жена, в частности, да, это прям не каждый мужчина сможет такую выдержать. Ну, я сам по себе такой, по характеру человек, поэтому мне слабее это как бы и нельзя. Но смысл основной такой. Когда женщина сама зарабатывает, зарабатывает подчас больше, чем мужчина, она привыкла сама себя обеспечивать, никогда не полагаться на мужское плечо, естественно, у нее возникает логичный вопрос. А почему я должна идти по каким-то там чужим стопам? Я буду идти своей дорогой, своим путем. Но я по физиологии не могу зачать ребенка, воспитать, родить. И вот первое время, пока он будет взрослеть, обеспечить себя одна. Поэтому мне нужен уже не муж, ей нужен
партнер. Вячеслав, скажите, такой вопрос. Вот у вас не один брак. Вы за брачный договор или нет? За, безусловно. За, безусловно. Я сам еще, честно, смотрите, надо быть откровенным. У меня не было его, и пока я не вижу, как это вот реализовать. Но именно в своей правовой основе я прям всецело полностью. Спасибо вам большое. А мы за рекламу. Мы сейчас уйдем на 3 минуты на рекламу. Потом продолжим о брачном договоре, а вы звоните нам по телефону 3190, видите, какая интересная тема. Мы снова в прямом эфире, у нас сегодня тема дня – брачный договор. Что это такое и нужен ли он вообще? И когда его, мне интересно тоже, я спрошу обязательно гостей студии, когда его стоит заключать? Можно ли его заключать только до брака, что называется, когда еще на берегу договариваются, или можно уже когда поплыли в семейное плавание. А у нас в гостях Ирина Зубкова, юрист, и известный тверской психолог Юрий Рыльский. А, Юрий, скажите, ну вот Ирина вот сказала, что с Запада к нам пришел брачный договор. Вот скажите, а это действительно следствие вот западного менталитета, европейского, англосаксонского, как угодно? Они люди, потому что, как принято про них думать, очень рациональные. Психология у них такая. Да, да, рационально. И подход к браку, как к деловому проекту, что очень, кстати, хорошая штука на самом деле. Вот мы сейчас затронули вопрос истории. До революции брачные отношения регулировались имущественным правом. Вот ты имел это имущество, оно с тобой всегда. Жена и муж имели свое имущество. А в 20-х годах уже в Советской России появилась вот ноша законодательства, где поровну все делят. То есть это чисто советская новелла? Чисто советская. А вот, значит, уже 90-е годы, когда мы Союз развалился и перешли к строительству нового там образа наших отношений, появилась вот эта самая частная собственность, появились деньги, они появились приличные. И брачный договор, он нужен, так как он регулирует имущественные отношения, больше никакие. И понятное дело, что он нужен в первую очередь тем, у кого оно есть. Это богатые люди или хороший средний класс. Особенно, если у вас есть имущество до вступления в брак. Когда особенно, у кого-то из сторон. Ну, чаще всего у кого-то из сторон. Да. Особенно возраст, когда разный. Тоже. У кого-то много, а у кого-то ничего. И вот тут надо заключить брачный договор, потому что вот корыстное вступление в брак тоже возможно. Как в случае с Петросяном и всеми нашими звездами. Как угодно. Я не знаю, не буду комментировать вот конкретные такие реалии. Но этого много, когда брак используется как форма что-то вот приобрести на будущее. Поэтому люди состоятельные склонны заключать брачный договор. Это, по сути, ну, вот ответ на ваш вопрос, зачем он нужен. А вдруг она выходит за меня замуж, или он на мне женится из-за моих денег? Да вот понимаете, брачный договор, он стимулирует отношения как раз к семье, как все-таки и к деловому предприятию тоже. Это очень полезно. Тогда вы не относитесь к браку как, ну вот сейчас мы встретились, посмотрим, там детей нарожаем, а завтра у нас мы не подошли друг к другу, мы все бросим и разбежимся. И когда будем разбегаться, будем выяснять, кому что достался. А теперь заранее известно. И у нас это практиковалось в Советском Союзе. Ведь чтобы сохранить имущество, были всякие уловки. Ну, можно там квартиру купить кому-то из детей, оформить на себя. Или взять и подарить, допустим, там, дочери. Как это, да, герой, это Андрей Миронов, ты живешь по доверенности, ты голодранец, да, как его Папанов. Ну, в общем, брачный договор, он, по сути дела, регулирует имущественные отношения. Там, где они есть, это полезно. Юрий, ну вот вы, как психолог, вы говорите, вот, а вдруг, а мы не подошли, развод и так далее. Но ведь сейчас молодежь вообще... Да и не молодежь, и люди там 30 с лишним лет. Да. А сейчас редко, когда такое бывает, как в кино. Вот они встретились, завтра под венец. А люди годами живут вместе. И то есть, казалось бы, вот мне вот интересно ваше мнение, как психолога, сколько нужно прожить вместе, чтобы понять, подходят друг другу люди или нет? Год, 3, 5, 10. Знаете, есть такая поговорка. Трудно первые 25-30 лет, потом уже легче. Вот первый год идет притирка. Первый год. Но тут важно, что вы делаете этот первый год. Ведь живут вместе. Ну, живут вместе, это вот ни о чем пока. А, вот так ну, вот. Да, живем вместе. Можно жить вместе, как вот в коммунальной квартире. И так многие живут. Это как? Ну, поясните. Вот так вот. Когда нет регулирования вот этих самых эмоциональных отношений, каких-то моральных, нравственных отношений. Что за регулирование? Я просто знаю полно таких пар. Ну как? Они живут как можно, они могут поругаться, все что угодно. То есть они же ведут хозяйство вместе, давайте там прибираются и так далее. Утро, да, интересно. Да, давайте я вам объясню. Вот если речь идет о брачном договоре, то это вот юридически оформленный договор.
имеющий свою силу и вступающий в силу при разводе, когда мы делим имущество. Еще надо, чтобы его правильно составили. Это понятно. Это иначе вот виртуозные юристы там могут как угодно вот как его потом переделать. Юрист, да. Ну, совершенно нормальная вещь. А вот есть такая штука, как семейный договор. И он на каждый день. Вот после того, как вы определились, зачем вам семья, вот на этот вопрос многие тоже... Я ее люблю, она меня любит. Ну и что, люби. Ну как, ну люби. Вот. Ну не женись, дурак, да? Ну можно как угодно, понимаете? Семья, ведь это же большой союз, где потом дети. И там очень много всяких разных обязательств. И семья регулируется вот внутри этой атмосферы семейной обязательствами, которые составляют суть семейного договора. Вы имеете в виду, простите, я вот не юрист, в отличие от Ирины, вы имеете в виду семейный договор, это образная или это тоже бумага? Нет, вы можете написать, это устная договоренность между супругами и детьми. Устная или письменная? Ну, как хотите. Если хотите, чтобы он был перед глазами, его можно написать, повесить на холодильник и любоваться. Он не имеет или юридической силы. Ага. Он имеет статус такого оформления, что в семье можно, что в семье порицается, что в семье одобряется, в том числе всякие разные обязанности. Вот кто что делает. Ведь, понимаете, ты посуду, а я пол мою. Ну, не только это. Ведь вопросы семьи и благополучия, они часто обыто разбиваются, потому что все-таки базовые вопросы внутри семьи надо решать. Это финансовая безопасность. Я же как раз вот про это вас спросил. Быт, вот в том-то дело. То есть, когда люди живут вместе, они ведут быт. У них холопов-то нет, они в 17-м году у нас отменены. Вот, поэтому, понимаете, вот, казалось бы, есть время, пожив год, как вы сказали, притереться, понять, нет, я с ним не буду ходить замуж, потому что он посуду не моет, там, не знаю, или она. Нет. А не умеет готовить борщ, это не совсем так. А как, вот расскажи. А вот давайте я вам расскажу, да. Вот собрались супруги, после того, как они решили, что семья им нужна, и у них есть причины для образования семьи, гражданские это будут отношения или, значит, официальный брак. Извините, просто перебью. Вы имеете, семья нужна или давай сойдемся и будем жить вместе? Вот они решили. Вы понимаете, вот интересная вещь. Вот все-таки давай сойдемся и будем жить вместе или все-таки семья? А что такое семья? Я почему вас и спросил, когда вы сказали, а вот мы, оказывается, мы не подходим. Я говорю, ну люди сейчас живут годами. Я вам расскажу, и можно понять, что подходит, происходит. В семьях как-то они разводятся. Угу. Вот у меня практика большая, поэтому вопрос. Да, поэтому вы меня и позвали, да. Вот даже 10, 15, 20 лет жизни совместной еще не гарантирует, что люди знают друг друга. Потому что базовая, вот такая основная причина развода, это вот нет информации друг о друге. Живут вместе, еще друг о друге. За 20 лет, потому что вот они как-то так по умолчанию что-то делают и не знают друг друга. Так вот, как раз вот в этом вот семейном договоре это обсуждается. Да? Когда спрашивают жену, что бы ты хотела от меня? И она тебе четко рассказывает перечень, там, чего она от тебя хочет. Жена напишет, это будет большой перечень. То вы свой перечень выкладываете, конечно, что бы ты хотел от жены. Это касается и эмоций, и отношений, и обязанностей по дому, и та самая пыль, о которой вы говорили, что там... И чтобы она умела готовить не советский рисовый супчик, а фуа-гра. Совершенно верно, да. Вы можете выложить ей там меню на неделю и предложить обсудить этот вопрос. Ну а как же, ведь если женщина требует, чтобы мужик был профессионалом по части ремонта вот этих проводов, то ведь ты будешь профессионалом с точки зрения кулинарии. Придется заняться. Либо будете провода осваивать, либо будете гарантированно... Да, нет, гарантированно делать ремонт с помощью каких-то специалистов, которых вы найдете... пригласить и проконтролировать, чтобы они все это сделали. А, извините, жена тогда тоже должна нанять профессионального повара, потому что не умеет наготовить фуа-гра. Если у вас есть такие средства, то это самое лучшее. У вас, возможно. Потому что, возможно, вы там по договору главный добытчик в семье. Если у жены... Поэтому ты, муж, и электрик найми, и повар мне. Я, потому что косорукой в плане кулинарии. Я чувствую в ваших словах некий вызов женщинам, что ли. У них же есть вызов мужикам. У них, скорее, беда какая. Это обида. А у мужчин страдания по двойному стандарту капитальные. Вот он считает, что он обижен насмерть. Изменились условия. Действительно, женщина самостоятельная. Да, эмансипация, как вот Вячеслав сказал. Ну, не то чтобы эмансипация, она просто вот в уровень с мужчиной. И так некоторые... это есть следствие эмансипации. Она может зарабатывать больше, чем как он. Вот Ирина, я думаю, хороший юрист, наверное, нормальная, она не за 5000 рублей. Вещь. Это хорошо, что она высокооплачиваемая. Многим мужчинам вполне возможно надеяться. Нравится дома сидеть с детьми, пусть они сидят, но это должна быть взаимная договоренность. Договор. Да. На берегу. Да, за круглым столом дома, где вы обсуждаете. И вот тогда, если вы сказали, что я с этим пунктом согласен,
предположим, жена требует, чтобы вы следили там, за порядком и ремонтом, да. за каким-то. Но если вы сказали «да», то после слова «да», слова «нет» уже «нет». И вы тогда выкручиваетесь, вот как можете. Сами будете этот ремонт делать, либо кого-то будете нанимать. Это ваша обязанность. А если она решила убираться и вытирать пыль там, и прибираться, то и готовить вам, она будет учиться это делать. А если не научится? Тут вот какая штука. Семья – это всегда объединение «мы». Конечно. И вот это «мы», оно неформально звучащее. Для нас полезно, если ты научишься готовить или нет. У каждого есть свое «я». И вот в браке эти «я», они все время трутся, они все время сражаются. Это, да, перманентная война, конфликт, это всегда развод. Понимаете? А вот если вы шагнули чуть повыше, встали на ступеньку «мы», тогда и гордыня уходит, и появляется деловой подход к такому делу, как семья, где есть куча обязанностей, и где нужно потерпеть и засунуть свое «я» немножко в сторону. Где есть определенные компромиссы, которые надо достигать в ущерб собственным каким-то «я». Понимаете? Семья – это огромный труд на самом деле. Не сомневаюсь. Возможно, это не сразу вот понимается. 20 лет сложно, 25 сложно. Может, после 45 это начинать. Но если в обществе это будет каким-то образом озвучиваться, если будут какие-то определенные этапы обучения этому, если в семье этому будут уделять внимание, готовить мальчиков и девочек к семейной жизни, то будет гораздо проще. И тогда вот семейный договор, он и будет основой. Потому что имущественное деление – это вещь очень полезная. Если вам нужно делить имущество, делите заранее. На берегу. На берегу. Это хорошо настраивает на конечный результат, если что-то не так. Знаете, почему не делают? Очень интересно. Потому что делить нечего, раз. Так это же есть на берегу. Конечно, нечего. И второе, в речку-то не и второе иллюзия вот того, что не надо делом в семье таким заниматься. Почему? Ведь, я вам скажу, вы знаете, что самое постоянное в нашей жизни? Временные. Семейные ссоры? Нет, самое постоянное – перемены. Вот вездесущие перемены. А как говорят китайцы, не дай бог жить в эпоху перемен. Так мы их не покидаем, эту эпоху перемен. Только она бывает в России, да. побольше, в России, поменьше. Да. Мы заменяемся все время. Сегодня вы любите друг друга. Хотя под любовью часто понимают такие вещи, что любовью не назовешь. Это обычные привязанности чаще всего. Любовь – это все-таки такая, вот такое чувство. Это очень тихое, очень продвинутое чувство, на самом деле. Может, так вот, нет, есть привычка. Привычка в основном, да, она в основном привычка, но она же меняется, сегодня она такая, завтра такая. И даже это в течение суток может меняться, с утра так, как вечером вот это. Поэтому если у вас есть ясная, понятная вам позиция, что если мы не будем трудиться и мы развалимся как семья, то нас ждет вот эта кучка и вот эта кучка. Это называется брачный договор. А чтобы мы туда не развалились, нам нужен семейный договор, чтобы мы могли объединиться вот в это самое «мы» и друг другу помогать. И здесь требуется огромный труд. А у нас на первом месте сейчас все-таки, собственно, «я». Я эффективный, я там еще какой-то, я продвинутый. И, конечно, в семье тут вот идет борьба вот этих самомнений. Кто из нас круче, кто из нас будет политику определять. Здесь можно очень хорошо уживаться, если мы понимаем, где и как политику определять. Возможно, вы будете в семье там решать вопросы, признавать вам Сомалию или нет, как государство, а жена будет обои выбирать, и вы договоритесь. И тогда будет все замечательно. Вот это и есть семейный договор. Когда мы проясняем наш вклад в семью и не ленимся после этого. Но, Юрий, не кажется ли, что поскольку это... Ирина Верина, понимаю, что, еще раз, с точки зрения юриспруденции, семейный договор – это раснудус, то есть такой вещи нету. Ну, в юриспруденции такого договора. Вот. Нет. А поскольку это... Он есть в психологии. В психологии, да. То жена или муж всегда может сказать, ты знаешь, дорогой, мы 10 лет прожили, мне надоело убирать обои. Или муж, а мне надоело признать Сомали. И вот вполне, тогда я что-то думал, вполне. А теперь... Тогда мы возьмем... Так, а тогда договор, он почему же? Ну, это ничтожен. Же перемены, это же базовое, в чем... Но ведь договор для того, чтобы перемен не было, он договор, нет, в этом суть. Нет, он меняется, меняются времена, меняются и договоры. Даже страны, он меняется, и у них меняется политика, и меняется вообще целый строй. Можно расторгнуть договор. Мы же можем, вот так вот, мы его можем юрист. Подкорректировать. Угу. Возможно, как конституция у нас. Да, я вот видел такие семьи, поправки когда внести. Вот муж зарабатывал деньги, и вот жена ему говорила, я устала сидеть дома, пойду, я работаю, ты не против.
И вот он соглашался. Она шла работать, а он почему-то с удовольствием начинал сидеть с детьми. Он так и сидит с ними, а она деньги зарабатывает. И у них вот так вот все перевернулось. Но она не сказала после этого, а зачем ты мне нужен, я сама зарабатываю. Понимаете, в чем вся штука? Женщины же не всегда вот так рассматривают мужчину, как денежный мешок. Иногда у них есть некоторые чувства к мужчине. Все-таки бывает так, что любовь. Думаю, да. А еще он отец совместных детей. А потом... Ну, это сейчас никого не останавливает. Нет, вы знаете, вот когда в семье есть понимание и информированность друг о друге, и самое главное, когда в семье заботятся, а это очень сложно, заботиться искренне о другом. Не сделку совершать. Я сейчас гвоздь забью, а ты меня за это на рыбалку отпустишь. Да. А заботиться. Я же не говорю про любовь, хотя бы заботиться. То тогда, да, у вас будут отношения теплые, искренние, интимные. Ведь семья – это то место, где вы действительно можете быть не одиноким. И это, наверное, вот единственное очень важное. Где вы не одинокий человек. Макаревич пел «Одиночество – праздник мой». Ну да, вот, наверное, так. Наверное, это праздник. А быт – это, вот, наверное, та самая радость, которая изнутри открывается. Ее невозможно поймать где-то на стороне. Она открывается всегда внутри собственной груди. Ирин, ну вот Юрий нам говорил про такую, ну, все-таки, на мой взгляд, абстрактную вещь, как семейный договор. Угу. Если говорить о бумаге, вот просто Юрий говорил, что можно подкорректировать, ну, конституцию скорректируем, что там гимн насколько меняли, а тут какой-то семейный договор, да. Васьки и Машки. Вот. А правда, брачный договор можно потом по ходу совместной жизни корректировать, переписывать? Конечно. Это договор, гражданский кодекс и семейный совместно подразумевает и внесение изменений и расторжений в том числе. Был он, потом и смысла, допустим, никакого в нем нет, расторгли. Ну, бывает такое, что вначале, часто бывает, ну, расторжение, например, ну, может быть, уже имущества нет, и смысла нет. Дом сгорел, да, чего договор-то? Вот, брачные обычно договора сейчас заключаются, опять же, почему, например, расторжение? Есть такая... У вас такие случаи были? Есть такая определенная практика, например. Ну, расскажите, даже интересно, почему вдруг решили расторгнуть. Связано больше с ипотекой. То есть банк, например, проверяет возможность выдачи кредита. Угу. Один полностью платежеспособен, интересно, а, допустим, супруга полностью не работает, и никогда не работала, и заработка не имеет. Будет отказ выдачи кредита, поскольку супруга, да, имеет дохода, на нее распределяется его доход и так далее. И банки пошли по пути заключения брачного договора на эту квартиру. То есть, по сути, они одобряют, он становится, как говорится, получает кредит, но по брачному договору эта квартира его. Выплачивает супруг кредит, соответственно, супруга говорит, ну, мы же это заключали, потому что нужно было так, соответственно, потом они его расторгают, и это имущество как бы переходит в общую собственность. Либо наоборот, муж говорит, не-не-не-не-не. Да? Ну, такое, наверное, тоже есть, да, но как бы, может быть, действительно не пойти, это же невозможно заставить сделать. То есть нельзя заставить вторую сторону сделать то, чего она не хочет. Это добровольное договорное отношение. Поэтому, естественно, если одна сторона не хочет, то тут, наверное, стоит уже задуматься о том вопросе, что если для получения, да, кредита цель была в голове одна, юридически составили одну бумагу, а потом человек от нее, грубо говоря, да, не отказывается, не расторгает. То есть нужно уже задуматься, что насколько был в тот момент искренний человек, потому что оспаривать брачный договор будет невозможно. А если вот на берегу, что называется, кто-то тоже упрется изначально, а я не буду, я против брачного договора, как хотите? Ну, тут нужно, во-первых, ну, брак, да, это взаимные уступки. Либо ты принимаешь такие условия, да, и сразу понимаешь, ну, вот не будет он. Значит, мы живем, как живем. Покупаем имущество в долях, либо понимаем, что это все общее, потом будем делить, либо вообще, может, не будем делить и так далее. Либо ты это не принимаешь и не вступаешь в брак. Вот. Да, уже штука рискованная, поэтому... Здесь, вот, конечно, иногда доверие важно. Да, брачный договор заключает, скажем так, ну, молодые пары под неким принуждением родителей, когда даются деньги, и деньги семейные. И в данном случае покупается, например, квартира, да, сразу там, ну, большинство, конечно, покупает, например, сначала на себя, в которой они живут, ну, не сразу, тоже с формулировкой, ну, мало ли чего. Но бывает так, там дают, и чтобы квартира
квартира не была общим имуществом, они могут, конечно, и подарить, но иногда бывает и вариант брачного контракта. Что на чью фамилию что покупается, например, да, принадлежит, и родители там, ну, с периодичностью выдавая деньги, там, они там сами покупают машину и определяют, что вот я купила, это мое, я знаю. То есть иногда под принуждением родителей. И бывает так, что в последующем они расторгают брачный договор, не говоря об этом родителям. То есть это бывает и такой вариант. А, так можно. Но то они же совершеннолетние. То есть папа купил трешку, сын поклялся на крови, что да, давай брачный договор, если что, при разводе мне. А потом папа, когда развод наступает, выясняет, что сын тихонечко этот брачный бывает договор. Бывает такое, то любовь есть, или как это называется. Зла полюбишь козла. Да, бывает такое под разным. То есть случаи, ну, они совершенно разные. Иногда в голове у людей одна мысли, а юридически они вставляют другую бумагу. И потом они приходят и говорят, но мы же это делали, потому что так хотели, а это недоказуемо. И невозможно в брачном договоре написать. Мы это делаем, потому что, например, нам нужен кредит на квартиру. Да? Соответственно, тут идет формат доверия, да, который приносится в определенную форму. А форма имеет определенные условия. Соответственно, это нужно читать, смотреть и, ну, наверное, доверять в том числе для того, чтобы... потом мне казалось. Юрий, а вот мне интересно, с точки зрения психологии, опять-таки, а не может ли стать брачный договор первой трещиной во взаимоотношениях, может, даже невидимо, а может, видимый, наоборот, мины замедленного действия, или как раз наоборот, вот трещина станет видимой, то есть, когда, допустим, как раз такой случай, когда папа жениха говорит, я вам дарю трешку, но, дорогой, вы составьте с твоей Таней договор, что в случае развода трешка тебе. Ну, Таня, наверное... Когда к ней приходит ее возлюбленный и говорит, слушай, давай Таня подпишу. Она, у них начинается, короче, спор, она, ты что, ну нет, я не буду, и так далее. Тут нет, давай подпишем, и так далее. И не уйдет ли потом Таня к маме, ну, перед свадьбой, а сам подумает, а может, он меня не любит, раз он так уже, как бы, ну, смотрит холодным взглядом на это дело. А может, мне не стоит за него выходить? То есть не может ли это стать первой трещиной? Такие мысли могут быть. Но вполне нормальные мысли. Зачем он это делает? Надо сесть и объяснить Тане, что происходит. А кто объяснить должен? Мама ее или... Тот, кто жениться на ней собрался. Муж. Они же заключают договор супруги, а папа делает рекомендации. Если там, значит, вот так все принципиально, но они могут отказаться от денег или все-таки обговорить это все. Ведь это все можно исправить, как мы только что услышали. Заключить один договор, потом каким-то образом добавить что-то. Ну, в общем, тут очень много. Это не может именно все-таки шокировать Таню, потому что вчера ты говорил «любовь до гроба», говорить эту звезду и вообще, а сегодня ты уже начинаешь как прагматично смотреть на жизнь. Ну, я думаю, люди все-таки взрослые, когда они выходят замуж или женятся. Ну, по-разному, бывает 18 лет женятся. Ну, бывает, да, бывает. Бывает, в общем-то, ну, в большинстве своем, тут есть определенная логика, которую понять можно. И можно беседовать на эту тему. Муж может написать еще какие-то обязательства, что в случае развода он там будет обеспечивать, платить нормальные алименты и прочее, прочее. То есть здесь, возможно, еще договоры какие-то сверх этого брачного договора. То есть она встречна, это требование. Хорошо, квартира тебе, но тогда ты... Два супруга обговаривают. Брачный договор невозможно подписать, если оба супруга не согласны. Я понимаю, но я говорю еще раз, это не может стать вот... Потому что, ну как обычно, ну все мы были молоды, когда любовь, тебе кажется, что это до гроба и навсегда-всегда, начиная с того, когда тебе любовь пришла в детском саду к девочке какой-нибудь там, Кате, я не знаю. Вот, но... И вдруг, когда тут начинается торг, как между двумя государствами, если что, Крым нам, а вам... Мы просто не... Еще раз, да, хочу вам сказать, в чем суть брачного договора. Я понимаю, в чем суть, да. Вот в нашей среде, да. Это подход к браку. Не просто вот мы сейчас попробуем, поживем, там, побудем вместе, там, да, вот какое-то время. Ну, а потом ты мне надоешь, я куда-нибудь уйду. Или ты мне надоешь, да, я уйду. Да, это все-таки некое серьезное предприятие. И брачный договор подчеркивает эту серьезность юридическим закреплением вот ответственности сторон, в данном случае по имуществу. Надо сесть и обсудить. Может шокировать? Ну, может быть, если человек с этим не знаком. Может быть. Но надо обсудить детали. Да? Ты чего боишься, что я тебя брошу, ну, или ты от меня уйдешь? Мы чего сейчас выясняем? Мы чего боимся? Она скажет, боюсь, или он. Ну, конечно, да, вот, боится. Ну, речь... А сразу тебе в ответ, ты что, не веришь в мою любовь? Это логичный вопрос. Нет, он не логичный. Как не логичный? Ну, потому что... Вот для любовь до гроба. Для мужчин это вот примерно в бедности так. И в радости. Вы же видите, как времена меняются. Да. Люди другие, и женщины изменились, сами говорите об эмансипации. Эмансипация. И мужчины, это Вячеслав сказал, что... И мужчины изменились. Поэтому а мужчины здесь... в какую сторону изменились?
В разную сторону мужчина меняется. Вот с одной стороны тоска вот по этому двойному стандарту, где женщина должна знать свое место, а мужчина будет вот царем горы и будет рассказывать, что ей надо делать. А с другой стороны? А с другой стороны, и у многих мужчин не хватает силы терпения вот нести это семейное бремя. Им хочется... А раньше хватало? Раньше да. Я думаю, вот когда были вот эти самые контролирующие, как мы говорим, общественная организация или религиозная организация, которая все-таки, да, у нас была определенная, скажем, такая вот в обществе. Ну, церковь, да, и сейчас она не поощряет браки. В обществе определенная мораль, да? Развод, где, точнее. Вот, где поддерживалась вот семья. А теперь очень много разных разговоров, что она и не нужна, что счастье не в ней, ну, и разные браки, там, и партнеры один, и два. Мы только начинаем вот сейчас восстанавливать, собственно, ценности семейные. Вот изменения в Конституции. А вы уверены, что восстанавливаете? Вот, судя по статистике, наоборот, все так это же, знаете, идет. Процессы, которые рассчитывают на 20-30 лет, это же не вот сразу подписали там в пункт в Конституции, а завтра у нас будет рождаемость высокая, и, так сказать. Это очень долго. Это вот жизнь поколения одного-двух. Это при хорошем стечении, так сказать, и дальше. Вот наших стараний и усилий, тогда это возможно. Поэтому здесь всякие разные вещи возможны. И кто-то будет недоумевать, кто-то будет обижаться. Ну, это все из разряда «давай побеседуем, логически это дело все проговорим». Вот воля папы. Он хочет дать денег, он хочет, чтобы было так. Ты согласна сразу жить в хорошей квартире? Тебе кто дороже, твой папа или я? Ты с кого, на кого женишься? Ну и женись своему папе. Нет, женись я на тебе, но папа-то ведь у меня один. И он а жен может быть много. И жен много, верно. Так вот сразу и сказать. Так, ты, наверное, у меня не первая. И у нас... Или уже даже не шестая. И нам папа делает одолжение. Можем ли мы пойти ему навстречу? Вопрос так стоит. Угу. Ирина, скажите, ну вот говоря о статистике, вот вы как-то замечаете, чаще стали заключать брачные договоры? Или наоборот, это ну, вообще редкий чаще, случай? Чаще с развитием, скажем так, опять же, определенных обстоятельств. Как я уже говорила, это ипотека, определенные условия, да, развитие, расширение как бы ее выдачи. Угу. Второе, введение вот этого появления института банкротства физических лиц. Да, то, что часто очень много у нас индивидуальных предпринимателей, и брачный контракт это не то, чтобы ущемить там, и забрать себе больше. Угу. Это в том числе гарантия, например, своего супруга, его детей, что если под бизнес берется, под развитие дела берется потребительские кредиты, их много, и может наступить, ну, скажем, да, что-то произойти да. очень быстро у физлица там, да, грубо говоря, 500 000 долгов, а это может быть очень быстро появиться ситуация, да, так же, как вот весной там многие сели на 2-3 месяца, аренда идет, это нет, это ситуация, чтобы не ушло некоторое имущество в счет реализации этих долгов. И иногда бывает, что у людей эти долги появляются не то, что непреднамеренно, то есть иногда там штрафные санкции, что-то еще, что даже пропустил там, не знаю, судебное решение, что-то это, оно может появиться даже с тем, что человек, может быть, и не должен такую сумму, но он не успел вовремя реагировать, как-то обернулась ситуация, поэтому иногда брачный договор это в том числе гарантия второго супруга, что останется жилье, там квартира, да, какая-то там машина не уйдет, все это в реализацию. То есть я понял, тут это люди просто подстраховываются, либо чтобы именно получить ипотеку, а вот тот те самые случаи, когда именно договариваются, так, слушай, ну давай еще в случае развода, это мне, это тебе, то есть подстраховываются мне лично, вот такие часто? Таких, ну, скажем, у которых... То ну, есть, скажем, когда люди не исключают то случай, что мы, а вдруг мы разберемся? Таких людей немного. Немного, да? Немного. Ну, то есть, в принципе, скажем, ну, я могу так сказать, и общемассовую, да, если конечно, мы говорим да. общемассовую ситуацию, у нас и имущество в большинстве случаев у средних, да, семей не так и много, чтобы вообще что-то заключать. Есть одна квартира, ее что заключать брачный контракт? Работают они оба на зарплате. И угу. машину одну там взяли и так далее. Что ее делить-то? Ну, как? Тебе квартиру, тебе машину. Ну, как бы, а он ушел на улицу и пошел, он тоже как бы, ну... Ну, продается квартиру, деньги пополам. Ну, а тогда брачный договор зачем? Как зачем? Ну, пополам квартиры, и так пополам. Чтобы как зайчик без избушки глубиной не остаться. Тут и так в силу закона получается. Даже если брачный договор составлен, но составлен в одну сторону, то он будет расторгнут.
Тут вот в большинстве случаев мы говорим о ситуации, во-первых, когда имущество уже больше, чем один объект недвижимости, да, когда, есть что делить. Когда говорим, что это завязывается, ну, ипотечное, да, вот что-то, требование, необходимость, либо это предпринимательская деятельность, как гарантия в другого супруга. То есть это уже, ну, опять же говорим, когда есть объекты недвижимости, их достаточно более одного. То есть, может быть, поэтому в России так это не очень популярно, потому что, хотя у нас говорят про средний класс по меркам Америки, наш средний класс – это бедные и небогатые совсем люди, мягко говоря. То есть, как вы сказали, делить, как правило, нечего. Больше всего, то есть у меня, как бы, у меня статистика, как бы, разводных дел в зависимости от того, как мы в суд ходим. Да, обычно в суд мы ходим, это уже нет брачного контракта. Те, у кого есть брачный контракт, они в суд не ходят. Обычно потому это... Потому что все прописано. Конечно. Судиться они... Ну, бывает, кто-то там начинает оспаривать, но это очень маленький процент. А обычно это весна-осень, обострения такие вот. Почему-то в году, да, оно вот как-то колыхает. Ну и, скажем так, ну, в разделе там обычно действительно есть, ну, одна квартира, одна машина, и чаще всего эта квартира в ипотеке, определяется чаще всего, кто будет дальше платить, они же все равно оба в этой квартире, да, заемщик со заемщик, через согласие банка там определяем, что один платит ипотеку, но на квартиру там определяем компенсацию, то есть разводов... достаточно, и чаще всего, конечно, это тяжелое финансовое положение. То есть многие приходят с вопросом, надоели эти кредиты, устали, продают жилье, разбегаются. То есть, ну, финансовая часть, она заставляет людей. Ну вот, Юрий Абмолов, верно я понимаю, что человек даже может, ну, он подписал прочный договор, а потом, когда вот дошло до дела, он вдруг почитал, понимает, что он остается без штанов или без юбки, и можно ли оспорить? Можно под определенными, да, условиями, то есть явно несоразмерность там передаваемого, да, имущества стороне, но опять же сторона должна, есть уже, по-моему, вносили то ли в 2019 году законопроект об смене этой формулировки, поскольку все-таки мы идем к чему? Добровольное заключение договора. Если ты видишь, ты же подписывал, да, что явно несоразмерность, тебя не, при том, что договор этот брачный заключается у нотариуса, который гарантирует, что никто не стоит и не принуждает, и не держит твою руку, то есть идет тенденция к смене. Ну, чаще всего, конечно, брачные контракты не пересматриваются. Ну да, очень мало оснований там по пересмотру, и надо явно доказать заблуждение, и явно вот при каких обстоятельств, ну, то есть, а это же все такие вещи, я там думал и пошел, это же не пойдет так. Тут спрашивают, вот вы приходили, вы читали, нотариус же зачитывает, да, это все, и он в этот момент задает вопрос, вы понимаете, что в этот момент? Сейчас еще появилась такая тенденция, что у нотариусов и видеозаписи хранятся. Да. Потому что, чтобы не получилось, ну, так, люди приходят в суд, нотариус привлекается стороной, они говорят, меня все ввели в заблуждение. Я пришел, не понял, что мне сказали, сказали подписывай, я убежал, это было вот и так далее. Мы пытаемся исключить, уйти к тому, что это добровольное, если ты критично не хочешь ничего подписывать, значит, вы договариваетесь о чем-то другом, либо ставится встречное какое-то предложение. Да? Вот. А если ты уж подписал, ну что говорить, я сегодня подпишу, чтобы он, ну, раз настаивает, а завтра в суд пойду. Наверное, это вот к семье как-то очень плохо уже в этом плане, да, как бы дело, даже если говорить в рамках, да, что брачный контакт, если смысловая нагрузка, это как деловое, да, определение каких-то обстоятельств, но это даже получается, ну, изменение, да, условий в одностороннем порядке. У нас осталось немного времени. Юрий, хочу вам задать вопрос. А вы верите, что психология русского человека изменится? Ведь говорят, что у нас так не популярно, потому что нам не понять вот этих англосаксов с их рациональным мышлением, и мы когда-то тоже, это будет, как вот вы говорили, абсолютно нормальным явлением заключить брачный договор. То есть изменимся ли мы ментально? В отношении брачных договоров? В частности, да. Ну, думаю, да, будет. Верите, это все, да? Но потом, ну, а верите, так тенденция такая. Угу. Вот, и действительно, по мере того, как мы проникаемся, вот мы слышали звонок, и человек, который звонил, говорит, что он однозначно, у него вот опыт есть. Так у него как в той песне «Виагры» попытка номер 5, судя по всему. Не знаю я. Но вот он зато. Ведь, понимаете, когда у вас есть некий горький опыт разводов, то, конечно, вы не хотите по этому кругу бесконечно мотаться. Это как-то жизнерадостно, мы там говорим, но самый опыт, судя по всему, не горький. Ну, вы сами говорите, 65% разводов. Да, это статистика. Так что у нас много повторных браков, и второй, третий, и пятый, может быть. И люди, конечно, учатся.
Ведь институт вот этого брачного договора, он же все-таки относительно такой молод, сколько ему там, 20 лет, и то нету. Вот, и еще не разобрались. И потом те, кто разобрался, они их заключают. Но сейчас что-то порядка 10% там по стране этих, по всем бракам. Но вот где-то расширяется. А то, что меняется ли психология, ну, конечно, меняется. Меняется среда, меняются отношения. Она уже изменилась. Понятно, у нас эфир подходит к концу. Как говорили древние, темпора мутантор, этнос мутамон, нейлис. То есть времена меняются, и мы в них меняемся тоже. Конечно. Дорогие телезрители, мы говорили о брачном договоре, поэтому подумайте, вот психологи, юристы советуют все-таки, когда начинается у вас взаимоотношения, подумайте, договаривайтесь на берегу, чтобы потом уже не было конфликтов и руганий. Хотя без этого, к сожалению, никак. Ну что ж, спасибо большое вам, дорогие гости. Это была программа «Тема дня». Всего вам хорошего в ваших семейных взаимоотношениях.